Всем привет, дорогие друзья, с вами Абази, продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry 4. Далее на есть дополнение, и это пятая часть прохождения этой игры. Ну что, ребята, мы начинаем, продолжаем проходить. А эту серию я, знаете, хочу чему посвятить? Хочу посвятить оружкам, самым жестким оружкам. Первое — это циркулярная пила и АМР, винтовка самая мощная. Они находятся вот здесь, по-моему, находится винтовка, а тут находится циркулярная пила. Вот, и поэтому, короче, давай сначала возьму циркулярную пилу. Доберемся оттуда и возьмем. Как же я здесь залипаю. Посмотрите на эту красоту, блядь. Какая же эта красота просто. Охренеть. Так, идем, короче, за перворужкой. Вот я поднялся на эту гору. Теперь нам нужно аккуратно спуститься. Вот здесь вот, короче. Очень аккуратно надо. Хотя вряд ли получится. Капец, как аккуратно. Ну как-нибудь, ладно. Есть. Получилось. И что мы здесь видим, ребята? Вот она. Вот она, циркулярная пила, капец. Короче, вот я вам объяснил. Где эта охуенная пушка находится. Ну и теперь нам нужно сейчас взять АМР. Пушечку. Сейчас я снова, короче, заберусь наверх. Ну да, вот я снова здесь. Так вот, уступ здесь, да? И мы должны прилететь вот куда-то вот сюда, вот что ли. По-моему. Давай. Попробуем как-нибудь сейчас. Так вот. А. Туда залезть, наверх. А у меня, походу, не получилось, да? Так, ну погоди-ка. А если я попробую как-нибудь тут залезть? Вот тропинка. А, нет, тут даже я вот что нашел. Еще охерение. Охренеть. Капец. Чего я нашел? Так, теперь мне надо как-то винтовку собрать. Я снова поднялся. Надеюсь, я долечу до туда. До этой горы. Давай. Давай, 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 давай. Оп. Получилось. Получилось, получилось. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Ну вот в руках у нас самая мощная винтовка. Ну, короче, в этом видео я вам показал, где найти винтовку самую мощную. Смотрите, у нас уже все оружки мощные есть. Я вам показал, где винтовка самая мощная, где циркулярная пила и вот эта пуха. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока, в следующей серии будем мы, короче, с вами продолжать выполнять все вот эти дополнительные задания.
Вот такие вот типа. Ну, вы поняли. Ладно, давайте, всем пока.